Поехали, привет, друзья, с вами Атис. И, конечно, вы реально удивлены, какого черта он делает. А у меня в мониторе его лицо, так еще и на фоне замечательного озера. И это не море, конечно, это озеро Яровое, Алтайский край. В общем, друзья, я сейчас на отдыхе нахожусь. И это видео, конечно, не для того, чтобы похвастаться моим загаром и то, что я отдыхаю. Нет, это не для этого. Друзья, это видео-объявление, так скажем, видео-анонс. Ну, как хотите, в общем-то, называйте. В общем-то, теперь на моем канале будет выходить помимо летсплеев по Sims 4, ну и Sims 3, естественно. Ну, в априори, Sims 4. Будет выходить новая рубрика «Как говорит Атис» или «Мое мнение о каком-либо событии, явлении». Ну, в общем-то, вы поняли, то есть... Мое мнение ТП, мое мнение там, в общем, вы поняли, да, во всякой ерунде. В общем, друзья, теперь вы будете мое лицо видеть гораздо-гораздо чаще в своем экране. Я надеюсь, это для вас хорошая новость, для кого-то, может быть, не очень. В общем, друзья, стараюсь для вас разнообразие контента. В общем, давайте, все, зацените вид озера, в общем, очень классно, ставим лайки, пальцы вверх. В общем, все, ставим вверх, чтобы у всех все стояло. В общем, друзья, всем спасибо, всем пока, подписывайтесь на канал. И скоро вы будете меня видеть еще гораздо чаще. Все, давайте, пока-пока.